Привет, зрители! Сегодня я предлагаю вашему вниманию шуточное видео и, конечно же, жду массу дизлайков. Уж больно вы такой юмор не любите, тем не менее, самые храбрые могут поставить и лайк. А речь пойдет про курьезный момент, связанный с тем, какова максимальная скорость задним ходом. Практического смысла не имеет, разве что если вы будете уезжать от орд зомби. Тем не менее, очень интересно, да, какова скорость задним ходом. Я думаю, что знатоки автомобильной истории в курсе. В 20-е годы на Volvo поставили то ли коробку, то ли главную пару перевернули, в итоге получилось вперед одна передача, назад сколько там, три. Но здесь все нормально, здесь на автомобиле Ford передача заднего хода одна. Тем не менее, интересно, как быстро можно разогнаться задним ходом, но даже не сколько по динамике разгона, а именно по максимальной скорости. Можно ли позволить себе все-таки уход от погони? Ну что, попробуем. Настроили, естественно, зеркала, все сделали, и скажу так, лучше всего смотреть, куда мы едем, поэтому, естественно, будем не по камере ориентироваться заднего вида, а именно своими глазами. Ну и смотрим, попробуем. Что, старт, поехали. Педаль в пол и плотно уверенный разгон. И все, максимум. Я понимаю, что автомобиль марки Ford для безопасной езды производители решили ограничить прыть назад, так что пробку очень быстро проехать не получится. На 5000, я так понимаю, обороты зависли. Вот такие вот дела. Так что мы с вами узнали максимальную скорость задним ходом. Кстати, у разных автомобилей она разная, отмечу это. И если интересно, такие шуточные видео буду делать про любой автомобиль. Уж больно интересно, как автомобиль идет задним ходом. Ну и, конечно, был бы у нас больше места, мы с вами бы устроили полицейский разворот. Прощай, коробочка. Тем не менее, очень уж эффектно это смотрится. Ну а теперь до новых встреч, пока, и проявляйте свою активность.